С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, всем, всем, всем. Завтракаем. Мужская одежда 279 распродажи. Качество вообще какое-то вязаное. Как вязкая. Вязка такая, да. Слушай, ну она для лета, конечно, я не знаю. Она короткая. Не, ну для лета. Ну, но она как теплая. Ну она да, она плотная. Дело в том, что она хоть и дырявая, но в ней, мне кажется, вообще летом жарко. Вот это вот еще. Вот такая вот. Это синтетика же вообще просто. Просто синтетика чистая. Да. И вот тут разных синтетика. Ну, зелененькая, вот такое вот черненькое. А когда-то такие женские платья были. Слушай, синтетика прямо аж тянется. Так, футболки вот тоже мужские, синтетика, вот такие вот. Не знаю, что-то не видно, чтобы их хватали. Это плотные такие. Вот плотные тоже. Вот разных цветов тоже мужские футболочки. Так, шорты распродажа по 399. Вот такие вот разные шорты. Это все мужское. А вот тут распродажа 199. Мужские джинсы. Ой, джинсы, шорты. Вот такие вот шорты тоже 199. Вот такие вот. Там что еще есть? Есть, где-то я в полосочку увидела. Ага, вот в полосочку. То есть это все 199. Вот такие вот белые джинсовые шорты. Грубые-грубые такие, плотные-плотные. А эти уже с этой стороны по 399. Вот это 399. Ого, какие штаны. Я называю за шорты, что их надо подлатать. Да. А вот тут смотри, вот вроде нормальные шорты. Да, да. А ты все приносишь, чтобы я тебе дырки зашивала. Он наоборот с дырками, видишь как. Между прочим, знаешь, как тут сделано? Ну, я вижу, да, ну я подержи понял. Я этот. Тут в дырку снизу подшита другая, да, ткань. Да, да. И никто сверху латку не делает. Значит, все остальные твои дырки вот так буду зашивать. Просто пришиваю. Ну, это в том случае, когда ты не хочешь светить ногами, но хочешь, чтобы была ну, дырка. Да, да. А я-то не хочу, чтобы дырка была. Да. Вот такие вот дырки тоже специально делаются. И сколько такая стоит? 399. Всего лишь 399. Пойдите купите шорты. 399 с дырками. Вот с такими дырками. Вот. Вот с такой дыркой тоже шорты. Новые. Цена. Цена так быстро не рассмотришь. А, но эти вообще по хорошей цене. Видите сами. Рубашки мужские. Вот такие вот тоненькие. А эти потеплее такие вот. Вот это тепленькие рубашечки. По 799. Жакетики. Черные рубашки. Утяточку. Вот с коротким рукавчиком. Такая как жаточка. 1199. В клеточку. Вот. Чисто беленькая. 799. О, штаны какие. С каким рисунком. Вот такие вот шорты мужские, черные. 399. Так. Вот смотрите, вот такая вот мужская джинсовая курточка.
Стоит она 2000 гривен. Значит, что тут есть спортивные разные, как штанишки за 699, за 1000 вон 190, а вон там еще разные джинсы 799, распродажа написано. Тут и белые, и голубые, и синие. Видите, разных размеров. Поэтому приходим, покупаем. Клетка, 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 тара-тара-тара-та-там. Клетка, 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 тара-тара-тара-та-там-там. И сколько она стоит? 1199. Ну что тут, 279. Вот такие вот футболочки есть. Оливковые, белые. 549. Тут вообще разных цветов. Вот какие хотите. А что тут за состав? Посмотри. 100% катон. Стоят они 549. Ну, тут такие, 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 такие. Вот 329 футболочки. В общем, что тут? Маечки есть еще, маечки. О, какие шорты. Страх и ужас называются. Страх и ужас. Какие-то черепа, какие-то скелеты. Вот такие вот есть. Шорты. Вот такие вот ЛГБТ, что ли? Непонятно. Вот такое вот цвет. О, я, может, себе такие взять. Классно. Я бы в таких ходила, шортах. А чего? Сказали, бабка какая-то примаханная. Ну вот. Сколько это стоит? 699. Вот эти вот теплушечки. Вот такие вот кислотного цвета шорты за 399. Ну, так я вам вкратце показала мужской ассортимент. Ой, как крашенки на Пасху, да? Такого цвета. Угу, точно. Такие яркие-прияркие. Ну, теплые вещи. Вот такие вот. Вот белая симпатичная. За сколько она? 699. Вот такая вот беленькая. Вот такие вот бежевенькие есть еще. Тоненькие. Это потоньше уже. А вот это тепленькие. А вот такие вот теплые. Ну, кроссовки тут идут. Футболочки тоже разных цветов. Вот коричневая. Ой, какая-то как велюровая. Точно. Велюрка. Это ж надо. Велюрка. И неужели мужчина будет в велюровой футболке ходить? Не велюровая, как она, бархатная. Бархат. Вот такая вот. Или велюр. Ну и майки разные. Вот такие вот цветастые. Как радуга. По 199. Вот такие вот. Это если экспериментировать с хлоркой, то вот можно вот такое вот наэкспериментировать. Раньше вот так вот хлоркой выбеливали разные вещи, вот так вот ходили. Сейчас это опять в моду возвращается. Ну, в общем, все. 279 вот эти плотные. Вот вкратце я вам мужское немножко показала. Привет. Лежишь? Почти целый день лежит вот так вот, да? Днями. А, скоро похолодает. Закрою окошко. Так что лежи, наслаждайся. Да? А я сейчас приготовлю рыбку. Вот у меня хек. Я его потушу с луком и болгарским перцем. Надо бы морковку, но у меня нет. Ради морковки как бы, ну вот забыла купить, ничего страшного. Будет другой вкус. Там морковка не особо, конечно, и добавляет. Ну, в общем, что еще? Соус томатный, немножечко вот у меня томатного сока, соль, перец. Так вот в томате сейчас этого хека и протушу. Вот такая вот рыбка хек. Вот. Вкусненькая, полезненькая.
Так, соуса еще добавить. Ну, соус я по вкусу потом еще добавлю. И чуть-чуть горячей водички. Вот так. Давай, рыбка. Ничего, она сейчас, водичка вся. Ну, мне надо, чтобы водички, чтобы она потушилась. Вот. Ничего, водичка сейчас что-то испарится, что-то в рыбку впитается. Будет вкусненько. Сейчас еще надо картошечки почистить. Пюре. Пюре очень хорошо идет к рыбе. Все, сейчас уменьшаю огонек. Крышкой накрыть. Пускай тушится, или даже можно сказать млеет. И вот такая вот прелесть получилась. Пюрешка нежнейшая с молочком. Рыбка тушеная с овощами. Свежий огурчик, помидорчик. Это так вкусно. Сегодня же четверг, рыбный день. Все. Вы тоже сегодня рыбу ели? Тоже приятного аппетита!